водички купил. Так, цена поднялась. Когда я приехал, вода стоила, по-моему, 1000 или 1500, вот 3 года назад. Ну, а сейчас уже 4000, вот сейчас он запросил. Ну, обычно 3000. Не знаю, может, цена поднялась. Хотя с сентября пенсию подняли. Так что, наверное, все будет подниматься. Ну, посмотрим. Мы сейчас подъезжаем. Это у нас улица Абдурауфа Фитрата. Подъезжаем к рисовому рынку. Дальше мы поедем по Мухтара Ашрафи и на Лисунова. Карасу, да, сейчас называется. Да, вот так вот, друзья, Ташкент. Я теперь тоже буду забывать, наверное, улицы, потому что я, честно, уже 3 месяца-то не таксую. Хотя у меня там небольшой депозит остался. Ну, будет свободное время, может быть, покатаюсь. Для души, как говорится. Может, и не буду. Честно сказать, такси не очень выгодно. Ну, выгодно, конечно, здесь работать надо. Очень, скажем так, упорно работать, хотя минимум 6-7 часов в день, и можно что-то заработать. Ну, а это уже, конечно же, вот мы сейчас подъехали к перекрестку. Рисового рынка слева. И вот мы сейчас объедем здесь и выйдем на улицу Мухтара Ашрафи. И поедем дальше. Вот такая вот поездка у нас, друзья. Так что такси, конечно, на суммы работаем. И очень, знаете, ну, час работаешь, 40-50 тысяч, даже 50 тысяч не выходило у меня в последнее время, потому что я автомобиль не подходит для тарифа комфорт, а старт, вот этот стандарт, ну, старт, стандарт одно и то же, они у нас самый такой малооплачиваемый. И иногда выходило аж по 30 тысяч в час заработок. Ну, в среднем где-то 40 тысяч выходило. Вот мы сейчас на Мухтар Ашрафи поедем по этой улице в сторону Лисунова. Посмотрим. Давно я здесь не ездил. Именно в эту часть. Ну, в эту сторону направления Лисунова. Я даже, по-моему, и не ездил. Поэтому на суммы работать доллар, ну, правда, сейчас колеблется, но в любом случае доллар поднимается. Ну, а торгую я на доллары, поэтому проблем нету. Вот здесь вот, смотрите, двухэтажные дома есть, которые, наверное, пойдут скоро на слом. Что-то обещали вот эти реновацию. То есть такие вот старые дома будут ломать и им давать новые. Новостройки будут строить. Естественно, будут строить высотные дома, ну, минимум 10 этажей. Ну, сейчас, как я заметил, и вам показываю, ну, вы тоже вот со мной катаетесь и замечаете тоже, наверное. Сейчас стали строить выше 7 этажей.
даже 9 этажей. Так. Да, друзья, вот такой вот у нас Ташкент у нас. Пока еще зеленый. Деревья, видите, уже немножко в пыли. Дождей давно не было. Вот еще, смотрите, строится. Ну, это уже минимум 7 этажей. Наверное, еще будет выше строить. Ну, а вот здесь вот двухэтажные есть дома. Да, вот как-то так, друзья. Автодилер. Машины стоят. Вон очень много кобальтов. Не знаю, свободно продажи или нет, я даже не интересуюсь сейчас. Сейчас я занят торговлей. Я вот сижу сейчас за компьютером и торгую. Вот основная моя работа с понедельника до субботы. Ну, в рабочие дни. Ну, сегодня вот решил немножко все-таки. У меня там есть свои сделки, которые работают, так что одно другому не мешает. Так, это железнодорожный переезд. И мы попадаем в эту часть города. Яшнабадский район попадает, друзья. Зеленый район здесь, очень красивые деревья, да, понемножку желтеет уже. Но здесь машин поменьше, здесь не такой большой поток автомобилей. Да, вот мы сейчас на улице Карасу, по-моему. Выше Лисунова. Да, вот она у нас справа. Дворец культуры авиастроителей бывший. А здесь тоже все облагородили, очень красиво сделали. Вот этот райончик. Здесь у меня живет мой подписчик. Привет. Вот этот райончик. Вот так он. В таком он виде сейчас. О, аренда с выкупом. Вот эта вот тема еще работает. Уже не так, как раньше. Люди поняли, что не очень-то и выгодно получается. Ну, цены очень сильно завышены.
Ташкент, друзья. Так, слева тоже, вот смотрите, здание строится. Ну, это какой-то, не знаю, дом это или не дом. Может, какое-то учреждение. Ну, а мы выезжаем на бетонку, так называемую. Ну, мы сейчас развернемся. Здесь очень удобно сделали разворот. И поедем в сторону Паркенского, там Мацалковского, наверное. Алтын-Тепа сейчас называется. Здесь тоже, видите, трубы меняют. Вот такой у нас разворот, друзья. И мы сейчас поедем под трехуровневую развязку, самый нижний ряд. Здесь вид очень красивый. Здесь вот железнодорожные пути, которые уже, наверное, не функционируют. Хотя не знаю. Вот такой Ташкент, друзья. Красивый, очень родной, прекрасный. Климат здесь получше, по-моему. Ну да, жара есть. Ну, по сухости, скажем, и по осадкам, конечно, Ташкент рулит. Здесь можно нормально погулять. Солнечных дней много. И безветренных дней много. Ну, а вот такая вот красота нас здесь ждет. Вот такие виды у нас здесь. Следующем светофоре на перекрестке повернем направо по улице Алтын-Тепа, попробуем по ней проехаться. Вот такой вот Ташкент. Чтобы было какое-то разнообразие. Смотрите, вон внутри везде дома понастроили. Очень много здесь высотных домов. Так, ну а здесь мы повернем направо. Я тоже не ездил, ну, в этом направлении я давно не был. Так, оказывается, здесь трамвайные линии есть. Ну а здесь вот смотрите, вот тоже более 10 этажей, пожалуйста, новостройка. Да, Ташкент вот так вот застраивается. Циолковского, да, улица, если я не ошибаюсь, поправьте. Ну, сейчас это Алтын-Тепа называется. И вот он на данный момент выглядит вот так. Очень много строительных магазинов здесь. Вот новостройки есть тоже.
этот я район, конечно, плохо знаю. Но я ориентируюсь по Яндекс.Карте. Выехали на Тимура Малика сейчас. Или нет еще? Еще нет, нам прямо кас еще. А, это у нас Дурмень Юли. Нам надо еще прямо. Мерседесы и все что угодно. Да, парк тоже сильно поменялся. Раньше было очень даже в основном УЗАВТО был, но сейчас парк поменялся. Ну а здесь смотрите, одна полоса кастука прямо и три на противоположную сторону. Вот так вот налево здесь нельзя, односторонняя. Я как-то выезжал отсюда. Вот так вот, друзья. Такой ландшафтный дизайн. Тоже рулит это все у нас. Ну, а мы подъезжаем Тимура Малика. Так, здесь 50. Ну, я еду 45.
как раз я объезжал вот по этой дороге, вот эти ремонтные часть. Ну а сейчас мы повернем налево в сторону. Вот этой развязки новой. Ну, здесь тоже смотрите, как сделали. Да, здесь тоже смотрите, как развязку сделали. Здесь вот такие вот островки безопасности. Вот она как сделана. Смотрите, сейчас я попробую это показать вам. Вот она, эта развязка. Сейчас мы попробуем так проехать. Сейчас мы здесь развернемся, наверное. Я сам точно не знаю, но я так подразумеваю. Направо мы сейчас уедем в сторону ДТЗ, а мы здесь можно, смотрите, развернуться. Видите, здесь на Шутенштавеле не попадем. Здесь можно так развернуться. И видите, и снова можно развернуться, и мы опять под мостом проедем. Это я вот специально проезжаю для вас, зрители мои. Вот я этот заметил на фотографии, что вот такая вот развязка есть. Видите, налево. Наверное, можно развернуться. Сейчас посмотрим. И вот так, наверное, можно развернуться и попасть обратно на эту дорогу. Я так думаю. Не знаю, правильно я сделал, нет. Ну вот, как попасть на Луначарск отсюда. Это, наверное, там надо было поехать и оттуда только. Наверное, так как-то. Ну, мы сейчас вот проедемся вот под новым мостом. Вот это вот все сделали. Да, развязку очень качественно все сделали, но рационально нет, я думаю, не очень. Потому что попасть на Луначарск шоссе отсюда налево, ну вот едем сейчас и налево, попасть не получится. И также, если в обратную ехать, в сторону ТТЗ, тоже не получится, наверное. Ну а здесь у нас хай-тек, еще один хай-тек мечеть, которая здесь строится. Вот я ее тоже хотел показать. В прошлый раз дорога была закрыта. Видите, как все качественно здесь сделали. Вот здесь еще в стадии строительства. Первый хай-тек мечеть, это у нас там на Челанзаре. Ну и здесь еще, пожалуйста. Вот такие развязки, вот такие вот. Так, это у нас Чимган, по-моему, справа, да, Экобазар, Чимган, да. Да, смотрите, здесь тоже сделали всю дорогу. В общем, вот так вот, друзья, смотрите. Очень красиво, очень комфортно. Здесь, смотрите, тоже что-то построили такое. Так, мы попробуем налево. Так, здесь у нас что за дорога? Прямо, все прямо. Да, вот здесь тоже все, смотрите, изменилось. Здесь был железнодорожный переезд, друзья. Вот он как сделали здесь, смотрите.
изменения, друзья. Вообще все здесь изменилось кардинально. Кардинально. Так, разворот, оказывается, с той стороны, видите? Можно было развернуться. Да, вот такой вот Ташкент. Да. Ну, а мы поедем налево, да, наверное, здесь. Дальше мы там уже были. Да, друзья, вот такой Ташкент. Смотрите, здесь вообще все изменилось. Такие пробки были здесь, так узко было. Так что вот такой Ташкент, друзья. Вот такой вот он. Совсем эта часть города, да, полностью поменялась. Секции подождать. Так, ну а мы в районе Сампи, наверное. Да, посмотрим, как выглядит эта часть города. Ну, проедемся по ней. Тоже не был давно здесь. Это, наверное, Сампи справа у нас. Да, вот он, торговый центр Сампи. Ну, а мы продолжаем нашу поездку по городу Ташкент. Вот смотрите, то и вообще 28 тысяч. Это сейчас это порция плова, чай, хлеб и салат. Все вместе вот такая цена. Раньше был 20 тысяч, потом 25, не в прошлом году 24-25 был, ну сейчас 28. Ну где-то уже и 30 и 35 есть такие места. Вот еще строят, смотрите, ну очень хлипкие. Посмотрите, какие они хлипкие, честное слово. Вот эти новостройки. Да, друзья, в этом доме даже покупать не стану, даже не рассматривают. Очень хлипкая конструкция. Хотя, может быть, и выдержит, не знаю, не могу сказать. Так, за газом очереди нету, здесь газозаправка есть. В городе очень мало газозаправок. У нас есть второй автокомбинат, таксопарк бывший. Ну, здесь вот тоже, оказывается, есть. Ну, пару мест, где есть. Так, ну, а мы улица Богишамол. Ну, проедемся по ней. А дальше посмотрим, куда. Можно даже сейчас в сторону Юнусабада поехать. По Дурмень-Юли. Это, по-моему, Дурмень-Юли. Да, вот эту Дурмень-Юли мы сейчас отсюда и поедем. В сторону Юнусабада.